The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Друзья, будем начинать буквально через минуту. Раз, два, три. Сейчас мы проведем нашу традиционную проверку связи. Майя на связи. Майя, привет. Привет. Так, а презентацию уже видно или еще нет? Нет. А так? Нет. Видно? Буквально одна минута нас отделяет от начала вебинара. Еще раз уточню, видно ли презентацию? Нет. Так, не видно. Ты меня слышишь? Да. Как и 150 человек, которые уже подключились к вебинару. А сейчас? Что такое. Все. Итак, презентация на экране. Хорошо. Начинаем ровно в 15:00 по московскому времени. Время пришло. Я думаю, что наши коллеги и друзья сейчас будут подключаться к вебинару. Итак, у нас есть звук, у нас есть видео. Но давайте мы для начала проведем все-таки проверку, все ли хорошо и корректно у нас работает. Друзья, с вами сегодня Юрий Николаев и Майя Копысова. Мы сейчас в разных офисах. Если нас слышно, если вы видите презентацию, поставьте, пожалуйста, плюсик. Отлично, я уже вижу, что пишет, что видно и слышно. Иван, спасибо. Алексей, спасибо вам. Друзья, в questions мы просим вас оставлять сейчас, реагировать на наши вопросы. Наталья, спасибо вам большое. Спасибо, Михаил. И если мы с Майей будем задавать вопросы вам, то очень ожидаем и вашей ответной реакции. Будем благодарны за вашу активность сегодня. Плюс, плюс, плюс. Замечательно. Я уже не буду всех перечислять. Друзья, очень рады вас всех видеть. Спасибо, что подключились к вебинару Академии продаж Bittrex24. Это наш второй вебинар, который мы проводим в этом году. Напомню, что первый был 2 недели назад. Он был про план продаж. И мы тогда еще не знали, еще не наступил конец января, сможем ли мы, смогут ли участники вебинара выполнить свои планы продаж. Для нас январь закончился замечательно, мы свой план продаж перевыполнили. Надеюсь, что и у вас было все хорошо, и вы достигли поставленных целей. Сегодня поговорим больше про архитектуру CRM. Итак, кто будет с вами сегодня? С вами сегодня я, Юрий Николаев, я директор по продажам компании 1С Bittrex. В продажах работаю уже достаточно давно, более 20 лет. До 1С Bittrex занимал позицию вице-президента по продажам и развитию в проектах инвестиционного фонда Finam Global. Был директором по продажам крупного B2B проекта AllBee. Был руководителем различных проектов Hotline, известного достаточно интегратора Terem Media. Вот. И также с вами сегодня Майя Копысова. Майя, расскажи немножко про себя, пожалуйста. Да, я работаю в продажах уже больше 12 лет.
рекламе, IT-сфере, то есть я занималась тем, что проводила проектами, развивала, ну, развитие бизнеса, работала в крупных компаниях, как 1SB, вот Integrator Fusion и Ringbender, то есть разработчик отдельных проектов. Окей, спасибо большое, Майя. Угу. А, друзья, как вы, наверное, уже заметили, мы сегодня с Майей в разных офисах. Я вещаю из Калининграда, Майя из Москвы. Нам очень интересно узнать вашу географию, поэтому мы просим вас, напишите сейчас, пожалуйста, из каких городов вы подключились к нашему вебинару. Это не только интересно, это и полезно для нас, потому что мы потом понимаем, как лучше нам готовить контент, какие учитывать вещи, связанные с, в том числе с географией посетителей. Так, пишут о том, что у Майи звук плохого качества. Окей, я надеюсь, Майя чуть-чуть подстроит звук. Надеюсь, меня слышно нормально. Я буду рассказывать сегодня гораздо больше. Итак, с нами Москва, с нами Самара, Минск. Много у нас сегодня посетителей из Москвы. Екатеринбург, Владимир, Пермь, Ростов-на-Дону, Майкоп, Алма-Аты, привет, Казахстан, Киров, Воронеж, Московская область, город Клин, Саратов, Киев, привет, Украина. Да, снова Казахстан, Караганда, Днепр тоже Украина, Владимир, Баку, привет, Азербайджан, Сочи, Подольск. Олег спрашивает, куда тут писать? Олег, вы написали именно туда, где нужно, то есть я вижу ваше сообщение. Нижний Новгород, Санкт-Петербург и многое-многое другое. Друзья, замечательно, просто замечательно. Комментируют о том, что Майя сейчас как в аквариуме. Нет, это не аквариум, это просто стенка в нашем московском офисе. Балаково, Чебоксары, Краснодар. Очевидно, Ханты-Мансийск аббревиатурой написали. Друзья, спасибо вам большое за ответы, очень приятно. Давайте я, наверное, отключу сейчас видео для того, чтобы вам было лучше видно презентацию. И есть еще один вопрос, который мы обязаны просто. Беларусь, привет, конечно же. Я поприветствовал страны, не поприветствовал Беларусь. Безусловно, мы с вами. Друзья, давайте мы сейчас еще один вопрос вам зададим. Вопрос вот такой. Мы сегодня будем говорить о роли в настройке CRM людей, которые отвечают за разные направления бизнеса. Например, за продажи или за маркетинг. И я объясню, почему именно такая у нас сегодня тема. Но у меня перед этим к вам вопрос. Если вы в вашей компании отвечаете за продажи, поставьте, пожалуйста, сейчас единичку. Если отвечаете за маркетинг, поставьте, пожалуйста, цифру 2. Если ваша зона ответственности другая, например, вы отвечаете за бизнес всей компании в целом или за что-то другое, например, за закупки, за HR, поставьте цифру 3. Так, я вижу уже у нас привет из Австралии передают. Ничего себе, друзья. У вас там, наверное, да, уже глубокий вечер. Итак, я вижу, что у нас есть люди, которые отвечают за продажи и за продажи, и за маркетинг. Отлично. Очень много людей, которые отвечают за маркетинг в своих компаниях. Говорят о том, что у нас пропал звук. Надеюсь, нет. Надеюсь, все нормально, потому что я вижу, что сейчас мне пишут. Так, но есть у нас и те, кто отвечает не за продажи, не за маркетинг, а за какие-то другие направления в компании. Например, за управление бизнесом в целом. За IT. Отлично. Спасибо большое за комментарий. Друзья, мне задают вопросы, где можно посмотреть общий чат. Я хочу сказать сразу, что только мы сейчас, как организаторы, видим ваши вопросы. Вы пишете все правильно, Наталья. Да, вы пишете в правильный чат. Мы потом в конце соберем все вопросы и будем давать ответы. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Вы сможете по ходу прямо нашего вебинара задавать свои вопросы. Друзья, спасибо вам большое за ваши ответы. Там, где вы пишете, есть несколько комментариев, не вижу чат, вы пишете все правильно. То есть мы видим ваши вопросы, вы просто не видите сообщения других. Их видим только мы, организаторы. Итак, друзья, давайте пойдем сейчас по плану вебинара. То есть мы сегодня говорим по поводу CRM. И первый вопрос, я хотел бы его задать Майе, сейчас заодно проверим качество звука. Майя, скажи, пожалуйста, как ты думаешь вообще, как много компаний работают в CRM? Ну, мне так кажется, что ну, компании 17-18% соотношения, ну, то есть, по мне так, по ощущениям, скажем так. Ага. Возможно, компания слышно. Я думаю, что ты даже специально готовилась, наверное, подсмотрела мою презентацию, потому что на самом деле это очень близко к истине. Мы проводили недавно исследование вместе с компанией GFK, и это исследование мы делаем в нескольких странах. Уже опубликованы результаты исследования в Украине, и мы планируем информацию для России чуть позже. Так вот, по данным исследования, сейчас
меньше 14% компаний в принципе хотя бы раз пробовали работать в CRM. То есть это те, кто, например, внедрял, настраивал, включал, но далеко не факт, что все эти компании продолжили использовать этот инструмент. По данным исследования, мы увидели, что только 6% компаний используют сейчас CRM. И это удивительная цифра, но она очень совпадает с трендами, которые мы видим на рынке. Количество запросов на CRM растет все больше и больше. Спрос, например, на продукт, который мы поставляем, Bittrex24, включающий в себя CRM, он возрастает просто экспоненциально. И большая часть заявок на внедрение, которое мы получаем, на внедрение Bittrex24, они также касаются CRM. Поэтому тема нашего сегодняшнего вебинара – это CRM. И кто должен быть главным архитектором этого инструмента? Это руководитель отдела продаж или директор по маркетингу, или это, например, человек, который отвечает за продажи и за маркетинг, или это владелец бизнеса, или кто-то другой. Давайте поговорим сегодня об этом. Итак, друзья, конечно же, вопрос, который мог у вас возникнуть, это а почему же, собственно, так мало компаний работают в CRM? Есть несколько ответов. Во-первых, очень многие до сих пор воспринимают CRM как инструмент, который достаточно сложно настроить. Для многих непонятны критерии успешной настройки CRM, каким образом убедиться, что она работает и вообще работает нормально. Есть еще одна причина, которая на самом деле случается сплошь и рядом. Когда CRM все-таки в компании установили и запустили, продавцы начинают саботировать работу в CRM. Вот те 14%, которые пробовали работать в CRM, мы с вами понимаем, что это лишь меньшинство компаний. 86% даже не пробовали. Но ведь это не означает, что 86% вообще ничего не продают. Конечно, нет, они занимаются продажами. И что они используют для того, чтобы продавать? Excel. Ну, или Google Docs. То есть поразительно, но огромное количество компаний по-прежнему ведет свою клиентскую базу и контролирует коммуникации продавцов с клиентами в Excel или в Google Docs. И продавцы, привыкая к этому инструменту, они не готовы перестраиваться. То есть для них этот процесс оказывается болезненной ломкой, которую руководителю отдела продаж приходится преодолевать, и не всегда, к сожалению, это получается. И еще одна причина, по которой CRM не начинает качественно работать в компаниях, даже попробовавших этот инструмент, это то, что к CRM не подключили все каналы коммуникации. И тогда CRM превращается просто в расширенную версию Excel. Опять же, это просто некое хранилище базы данных, в которых кто-то делает какие-то пометки. Ну вот, например, этому клиенту мы позвонили тогда-то, вчера, а вот этому клиенту планируем позвонить позавчера, планируем позвонить послезавтра. Нам задают уже вопросы, что делать с саботирующими. Друзья, в конце обязательно поделюсь об этом. Но сейчас поговорим больше все-таки о том, как начинать работу с CRM. То есть с чего начинать? Кто должен спланировать архитектуру CRM? И вы знаете, что происходит дальше? Вот перед нами на экране Джордан Белфорд в исполнении Леонардо Ди Каприо. Продавцы показывают нам, значит, и нашим клиентам свое отношение. А в таких компаниях, в которых CRM не работает, зависимость успеха бизнеса от продавцов возрастает очень сильно. И что происходит дальше? Если продавец самый наглый или самый хитрый, или, может быть, просто самый опытный, то есть не обязательно он должен обладать такими плохими качествами, он, безусловно, приносит компании какую-то пользу. Но стоит пойти что-то не так с этим продавцом, если он вдруг, не дай бог, уйдет, и компания сразу начинает страдать. На самом деле так не должно быть. CRM как система должна предполагать некую универсальность и взаимозаменяемость. Почему? Ну, давайте вообще мы поговорим с вами, для чего нужна CRM, да? Почему компаниям в принципе нужно? Во-первых, очень сильно изменились привычки покупателей. То есть если раньше у нас с вами было не так много информации про товары, услуги, бизнесы, мы искали контакты в желтых страницах, смотрели товары, например, приходя в магазины, то сейчас интернет не только дал нам огромное количество этой информации, но и изменил принципы взаимодействия с ней. Люди стали больше искать, чаще сравнивать и в результате облапошить покупателя, уж извините, что я использую такое жаргонное определение, стало гораздо тяжелее. И на самом деле это хорошо. То есть мы за построение здорового бизнеса. Если раньше продавец мог просто своим красноречием увлечь покупателя и что-то ему продать, то сейчас это стало сделать гораздо тяжелее. И что произошло дальше? Изменилась уже скорость реакции на интерес покупателя. Сейчас клиенты, когда они захотели что-то купить, они ожидают, что они смогут либо информацию об этом товаре или услуге, или саму услугу получить настолько быстро, насколько возможно.
Если компания-продавец не способна обеспечить эту быструю реакцию, то с высокой вероятностью куда уйдет клиент? Конечно, уйдет к конкурентам. Поэтому здесь очень важно понимать, что с клиентами нужно реагировать быстро. Спасибо большое за забавные комментарии. Друзья, обязательно будет много интересного сегодня. Очень любопытно читать комментарии от тех, кто подписался псевдонимами, например, Буба Касторский. Следующий момент. У нас меняются каналы коммуникации с клиентами. Если раньше с клиентами общались на личных встречах, или, например, в магазинах, в шоурумах, или по телефону, или даже по электронной почте, то сегодня на первое место по скорости реакции выходят уже онлайновые каналы. Онлайн-чаты на сайте, мессенджеры. И сегодня мы расскажем о том, каким образом поговорить с клиентами именно в этих каналах, так, чтобы они остались довольны и купили у вас. Но, безусловно, не только это. Друзья, тут несколько вопросов хочу вам задать. Скажите, пожалуйста, кого раздражает, когда вы что-то хотите узнать, например, пишете на сайте компании в чат или пытаетесь дозвониться в компанию, а вам не отвечают? Если у вас вызывает это какое-то отторжение, поставьте плюс, пожалуйста. То есть вы хотите что-то купить и не получаете ответа от компании. Задам тот же самый вопрос Майе. Майя, у тебя бывают такие случаи? Еще как. Ты пишешь, тебе необходима информация. Мне вообще надо все быстро, чтобы задал вопрос, получил ответ. Потому что все ускоряется, времени лишнего нет. А ждать, выискивать, ну, как-то я не знаю. Угу. В наше время, мне кажется, это уже слишком медленно для бизнеса. Майя, мы не одиноки с тобой. Друзья, большое спасибо вам за то, что вы поставили плюс. Действительно, это очень важный момент. То есть, если на ваш запрос как покупателя не произошло ответа, то это просто катастрофа для бизнеса-продавца. Я приведу здесь лишь один пример. Я покупал машину и решил сделать тест-драйвы нескольких брендов. И на сайтах этих компаний я оставил заявки на тест-драйв. Это было два достаточно крупных бренда, японских, и, к сожалению, ни на одну заявку мне никто не ответил. То есть меня никто не пригласил на тест-драйв. Это поразительно. Да, мне пишут, ответят другие, безусловно, действительно, я пошел выбирать другие бренды, потому что оказался очень недоволен. Еще один момент, который сильно раздражает, это когда вам не перезванивают вовремя. Например, вам позвонили и сделали какое-то предложение, вы в этот момент заняли. Майя, случается у тебя такое? Да, то есть мне хотелось бы, чтобы там перезвонили в то время, которое, например, я указываю, потому что у меня есть четко определенный интервал, все спланировано. Мне кажется, это сервис, когда ты указываешь временной интервал, а тебе менеджер звонит прям четко, как ты написала, это просто подкупает. Ну, у меня было всегда так. Самая парадоксальная ситуация случилась со мной, когда мне звонили из компании, занимающейся тренингом по продажам. И человек, который приглашал на тренинг по созданию отделов продаж, он не смог перезвонить вовремя. Я не знаю, может быть, они CRM не использовали. Это прям какая-то загадка была для меня. Ну и, наверное, самый уже раздражающий момент – это когда вам пытаются что-то впарить. Или, простите, опять же, жаргонное такое выражение – втюхать. То есть предлагают вам не то, что нужно. То есть вы хотите, например, пойти на концерт, а вам вместо этого предлагают пойти, допустим, на, не знаю, дискотеку, в библиотеку, куда угодно, но вы совсем не собираетесь туда. И в результате вот этих вот вещей огромное количество продавцов, пытаясь продавать по старинке, они не добиваются успеха, но могли бы это сделать, если бы изменили подход к работе. Как CRM в этом может помочь? Давайте побеседуем. То есть смотрите, что нам нужно сделать для того, чтобы учесть все эти моменты, чтобы не раздражать наших клиентов, чтобы учесть изменения их покупательских привычек. Нужно сделать три важных шага. И вот здесь, на самом деле, очень важна роль не только руководителя отдела продаж и не только руководителя отдела маркетинга, но и человека, который отвечает за управление бизнесом. Фактически, он должен убедиться, что люди будут использовать все эти инструменты в будущем. То есть и команда продавцов, и команда маркетологов. И объединить их. Первый момент, где в большей степени все начинается с руководителя отдела продаж, это настройка воронок продаж. Нужно настроить воронки продаж, нужно подключить каналы коммуникации с клиентом. Второе – это автоматизация стадий воронок продаж. Друзья, сразу хочу сказать, если что-то непонятно здесь, дальше я буду показывать практические примеры, как это можно использовать, например, с помощью CRM Bittrex 24. Ну и также с помощью любых, конечно же, других CRM. И третий момент – это сегментация клиентской базы и работа с разными сегментами, с различными предложениями. Звучит, конечно, все очень красиво, умно, может быть, даже убедительно.
Но на практике, к сожалению, многие компании не идут по этому пути. Майя, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, когда ты работала в компаниях, занимающихся системной интеграцией или продажей программного обеспечения, всегда ли у вас была настроена воронка продаж? Нет, Юр, к сожалению, не было ни воронок продаж, ничего. Все это делалось вручную, самостоятельно, ручками, собиралось из различных баз. Угу. Вот. Ну, что ж, досадно это слышать. У меня на самом деле тоже такое было, когда я работал в крупной издательской компании, то контакты с клиентами все велись в Google Docs, и непонятно было, кому из клиентов когда звонить. Но если же говорить о настройке воронки продаж, то это принципиальная ответственность руководителя отдела продаж. И здесь я хочу объяснить подробнее. Воронка продаж – это, по сути, последовательность действий, которые совершают ваши клиенты в работе с вами от момента первого контакта с вашей компанией до момента покупки или, например, обслуживания после покупки. И на каждой из стадий этой воронки продаж, каждая из стадий предполагает собой какое-то последующее последовательное действие. Планируется реакция со стороны вашей компании как продавца. Давайте на примере Bittrex24 посмотрим. То есть если мы говорим про настройку воронки продаж, конечно же, в каждой компании воронок может быть много. Я взял воронку продаж, это на самом деле даже не совсем продажа, это посещение мероприятия. То есть одна из воронок продаж, которая, например, у нас настроена, это посещение мероприятия, допустим, семинара. И обычно такая воронка продаж, она начинается с первой стадии заполнения формы. То есть мы публикуем на каком-то сайте регистрационную форму, посетитель заполняет ее, и в результате к организатору мероприятия попадает его заявка. Дальше есть следующие стадии. Например, заявка находится на рассмотрении, клиенту по каким-то причинам отказано. Если это мероприятие не платное, и если модератор мероприятия оставляет за собой право отказать в посещении мероприятия. Есть стадия «прошел модерацию, но еще не посетил». Есть стадия, это платный посетитель, например, он купил билеты. Есть стадия промокоды, допустим, он еще не платный посетитель, он не хочет покупать, но это какой-то друг или знакомый организаторов, и они предоставляют ему промокод на бесплатное посещение. И, конечно же, есть финальные стадии, то есть человек пришел на это мероприятие, и в этом случае он попадает на выигрышную стадию «посетил», либо он не пришел на это мероприятие, и тогда он попадает на стадию проигрыша. Не посетил или, например, даже прислал нам лучи ненависти. То есть никогда больше не приглашайте меня на ваше мероприятие. Понятно, как выглядит воронка продаж? Друзья, если понятно, пожалуйста, поставьте плюс, для того, чтобы мы получали обратную связь. Коллеги пишут о том, что для кого-то эти вещи, они очень очевидные, а для кого-то это не совсем понятно. Вопрос, какой это раздел Битрикса, это раздел CRM, справочники. То есть в настройке CRM можно зайти в справочники и настроить там воронку продаж. Друзья, очень важно для нас понять плюс. Плюс. Отлично, все, достаточно, спасибо большое. Итак, информация понятна. Переходим дальше. Руководитель отдела продаж настраивает воронку продаж. И еще одна вещь, которая очень важна для того, чтобы CRM заработала в полной мере, подключение каналов коммуникации. Какие могут быть каналы коммуникации с клиентом? Это может быть телефон, это может быть e-mail, это могут быть мессенджеры и социальные сети, это может быть, например, CRM-форма и так далее. То есть в зависимости от того, где и как ваши продавцы будут общаться с клиентами, все эти каналы должны быть подключены к CRM. Я не буду останавливаться здесь подробно, потому что этому будет посвящен наш отдельный вебинар, но расскажу про один из компонентов, тот, который, наверное, меньше всего известен нашим посетителям вебинара, хотя далеко не факт. Это открытые линии. Перед тем, как рассказать про открытые линии, еще раз хочу показать. Вот, например, есть карточка контактов CRM. Для чего важно подключить каналы коммуникации? Потому что тогда в истории коммуникации, в истории работы с клиентом будут сохраняться все контакты, которые с ним были. Например, звонки. Прямо к карточке будет подложен звонок, если, конечно, вы можете сохранять звонки. И тогда вы сможете не только видеть, кто и когда звонил вашему клиенту, но и даже прослушать этот звонок, то есть понять, о чем разговаривал менеджер. Это функция, которая очень важна для руководителя. Ну и, конечно же, e-mail и так далее. Я пообещал рассказать про открытые линии. Открытые линии – это возможность интегрировать в один единый виджет, размещающийся, например, на сайте, самые различные каналы коммуникации, то есть онлайн-чат, CRM-формы, различные мессенджеры, например, Facebook Messenger, Viber, Telegram и многое-многое другое.
Друзья, много вопросов приходит, я благодарен за них. В конце обязательно отвечу на эти вопросы, по крайней мере, на те, на которые успеем сегодня. Вот, например, сайт 1С Bittrex. Вы видите здесь в правом нижнем углу такое всплывающее окошко, где Ярослава предлагает ответить на вопросы по покупке лицензии. Если у клиентов возникли, он разворачивает это окошко, и он видит сразу каналы, через которые он может написать. В нашем случае это, например, привычный всем уже онлайн-чат, но не только. Это также Viber, Telegram, ВКонтакте, Facebook. Что произойдет, если он выберет один из них, например, Telegram? Если у него, например, в данный момент открыт Telegram, то он перейдет в свой аккаунт Telegram и напишет прямо в нем. И ответ получит тоже в Telegram. Каким образом это настраивается в CRM? Я расскажу сейчас достаточно базово, но, опять же, мы будем рассказывать подробнее про открытые линии. Кроме того, у нас есть отдельные вебинары, которые посвящены вообще функциональным особенностям продукта Bittrex 24. Я расскажу лишь в двух словах. Конечно же, невозможно сделать так, чтобы один сотрудник сидел одновременно в 5 социальных сетях и только следил за тем, а не написали ли ему что-то в этот момент в Viber или в Facebook, или, например, через Instagram или в Skype. Поэтому при обращении в открытые линии, во-первых, клиент проверяется по базе CRM, для того, чтобы было понятно, это новый клиент или он уже обращался. Если этот клиент раньше никогда не обращался в компанию, то CRM автоматически создаст новый лид. Кстати, наш следующий вебинар будет посвящен именно лидогенерации и работе с лидами. Для того, чтобы ответ был, клиент получил как можно быстрее, создается специальная очередь из, например, команды отдела продаж или операторов колл-центра, в зависимости от того, кто у вас будет работать на открытых линиях. И в этой очереди вы сами определяете, кто из сотрудников будет отвечать на эти запросы. Определяете, с каким временем будет между ними переходить это обращение. Определяете, в какое время вообще будут показываться эти открытые линии. Когда клиенту отвечать, когда, например, будет показана информация о том, что сейчас мы не работаем, но обязательно ответим вам в рабочее время. И многое-многое другое. То есть настраиваете автоматические ответы, например, «добро пожаловать», «мы вам обязательно ответим» и многое-многое другое. Даже настраиваете оценку качества обслуживания. Доволен клиент тем, что рассказали, или нет? Что происходит потом? Как это выглядит? Например, для клиента. Вот, допустим, я написал в Telegram-канал 1С Bittrex. Мне отвечает специалист партнерского отдела. Вот, причем здесь ответ я получил буквально в ту же минуту, когда написал. Я вижу всю эту информацию у себя в Телеграмме. То есть я задал вопрос в Телеграмме, я получил ответ в Телеграмме. Кто-то любит Viber, кто-то любит писать в мессенджере Facebook или может написать на странице компании Facebook или в группе ВКонтакте. Кто-то любит общение в Skype. Все эти мессенджеры можно интегрировать в открытые линии. Но, повторю, сами сотрудники продавца не сидят ни в Skype, ни в Telegram, ни в других контактах. Они прямо в Bittrex 24 видят все эти вопросы и из одного окна отвечают на вопросы клиентов. Ну вот в данном случае, например, клиент написал из ВКонтакте. Написал в нерабочее время, поэтому ему сразу возникает автоматический ответ о том, что мы вам готовы будем ответить позже, сейчас время, когда мы не работаем, но можете заодно посмотреть информацию здесь. Возможно, вам будет полезно. И клиент, по крайней мере, чувствует, что на него как-то реагируют, даже если он постучался во время, когда реально физически никто не может ответить. Для менеджеров очень удобно, потому что из одного окна они контролируют огромное количество обращений. Я думаю, у вас может возникнуть вопрос, а многие ли люди вообще вот готовы так писать? Не просто через чат, к чату-то ладно, все привыкли, но через Viber, через Telegram. Я, возможно, уже даже называл эту цифру в прошлом вебинаре, повторюсь еще раз. Мы в течение года с момента подключения открытых линий примерно даже уже больше, чем четверть обращений, то есть где-то 27% получаем именно из мессенджеров. То есть люди пишут не в чат, люди пишут в Telegram, Viber, Facebook и, конечно же, получают ответы от наших специалистов. Это вот как один из примеров подключения каналов коммуникации. Но главное не в этом. Настройка CRM не заканчивается на том этапе, когда подключены каналы коммуникации. Для того, чтобы и продавцы, и команда маркетинга с клиентом работали с максимальной эффективностью, очень важно настроить автоматизацию. На каждой из стадий воронки продаж настроить соответствующих роботов. Друзья, возможно, вы уже слышали о том, что роботы есть в CRM Bittrex 24. Я тоже здесь хочу показать несколько примеров, как это работает и почему это вообще важно. Есть разные типы роботов, которые можно настраивать. Первый тип – это роботы, которые настраиваются для менеджеров по продажам. Что-то произошло с клиентом, и в результате менеджер получает то или иное задание. Но давайте приведу нам пример, опять же, из нашего опыта. Очень часто нам оставляют заявки на внедрение Bittrex 24.
Но компания Bittrex24 не занимается внедрением сама, это делают многочисленные специалисты из нашей партнерской сети. Все такие заявки мы передаем нашим партнерам. Задают вопрос по поводу конкретных каналов коммуникации, друзья, обязательно отвечу в конце. И вот, наши партнеры работают с этими заявками, дальше кому-то из клиентов они делают внедрение, кто-то выбирает, может быть, другого партнера, мы в любом случае получаем обратную связь. Например, мы видим о том, что сделка успешна, то есть партнер смог внедрить Bittrex24 клиенту. И у нас есть задание менеджеру, в нашем случае, например, это Майя, которая незамедлительно связывается с клиентом. Клиент перед этим получает письмо с предупреждением о том, что наш сотрудник свяжется с ним для того, чтобы получить обратную связь, убедиться, что внедрение прошло хорошо. И дальше Майя получает ответ от клиента, насколько он доволен, хорошо ли ему внедрили. Майя, скажи, пожалуйста, быстро ли ты получаешь эти задачи, то есть видишь ли ты их в течение дня? Как это все происходит? Да, загорается счетчик, появляется новое дело, то есть это помогает структурировать мою работу, то есть планировать свои дела, то есть я четко знаю, когда выбрать, с каким партнером и клиентом мне связаться. И так понятно, что не нужно сидеть и, например, вручную обновлять CRM каждый раз, а не изменились ли какие-то сделки. То есть если произошло какое-то движение по воронке продаж, то менеджер получает те или иные задания, а его руководитель может проконтролировать, выполнил ли он это задание. Таких заданий может быть достаточно много. То есть может быть поставлено задание менеджеру запланировать звонок или запланировать встречу, или, например, отправить SMS клиенту, или же CRM сама может поменять менеджера, если менеджер очень долго реагирует. То есть, например, если менеджер в течение часа или в течение дня никак не проявил активности и не связался с клиентом, то CRM автоматически назначает другого менеджера. И уже он получает задачу связаться с этим клиентом. Это к разговору про скорость потребительских привычек. Но, конечно же, CRM может не только контролировать действия продавца, но и контролировать коммуникации с клиентами. Фактически отвечать за клиента, отвечать за продавца клиенту. И вот здесь уже очень важна роль маркетолога на этом этапе настройки CRM, на этапе автоматизации воронки продаж. Как это работает? То есть есть различные роботы для связи с клиентом. Например, это может быть информационный звонок, это может быть смс-ка, письмо, которое клиент получит, попав на ту или иную стадию, или сообщение в открытую линию, то, о чем я вам рассказывал недавно, если клиент обращался к вам через Viber или через Telegram, к примеру. Допустим, какой пример привести? Давайте приведу такой пример. Я с недавнего времени отрастил бороду и выбирал барбершоп, в котором буду эту бороду, значит, приводить в хорошее состояние. И я записался в 2 барбершопа, потому что не знал, какой из них лучше. Я пошел в тот, который моментально прислал мне смс-ку с подтверждением о записи. Потом за час до того, как у меня должен был начаться, собственно, сеанс бритья бороды, они прислали мне еще одну смс-ку, что не забудьте, через час вы записаны к мастеру такому-то, такому-то. И следующую смс-ку я получил уже после бритья с просьбой оценить качество обслуживания. Конечно же, не сидел сотрудник и не отправлял сам эти смс-ки вручную. Конечно же, это было настроено изначально в CRM у этого барбершопа, и мне очень понравилось, как они автоматизировали свои продажи. Майя, скажи, а ты вот отмечаешь как-то такие вещи, когда что-то покупаешь? Конечно, совсем недавно у меня был такой случай. Я заказываю доставку еды, продовольствия, там, бытовой химии через компанию «Утконос». Мне нравится то, что они помнят все мои заказы, всегда посоветуют, что я не добрала или забыла. Плюс всегда приходит смс о том, что заказ сформирован, что ко мне выезжает водитель. Также отправляется смс-ка, что водитель уже приехал. А больше всего мне понравилось, вот особенно последний случай, я заказ делала в субботу на 7 утра, вы представляете, это рано утром. Сам водитель написал мне смс-ку, что стоит за дверью, это после всех вот куча там дополнительных смс, чтобы не звонить в дверь, чтобы никого не разбудить. Мне кажется, это вообще просто мега-сервис. Хороший пример, спасибо, Майя. Да, действительно, у меня, кстати, тоже достаточно маленькие дети, и я бы разозлился, если бы в 7 утра мне раздался вдруг звонок в дверь. Еще один момент, в котором очень важна роль маркетолога, и я очень рад, что многие из наших посетителей вебинара – это как раз люди, отвечающие за маркетинг. Это различные рекламные роботы. CRM может самостоятельно добавлять этого клиента в различные рекламные аудитории. И клиент после какого-то касания с вашей компанией
будет, ему будет показана реклама, например, в Facebook или ВКонтакте, или через Google AdWords, или в Яндекс, поисковая реклама, или реклама в контекстно-медийных сетях. Я в двух словах расскажу, как это работает. То есть, попадая на какую-то стадию, ну, например, клиент отправлял вам на сайте заявку на что-то, но дальше не продвинулся. То есть, заявку отправил, но по каким-то причинам, например, не связался с вами и не купил. Допустим, не удалось ему дозвониться. В этом случае настраивается реклама, допустим, в Фейсбуке. Клиент добавляется в определенную рекламную аудиторию, вы сами выбираете какую. И дальше, как только новый клиент попал на эту стадию, робот добавит этого клиента в рекламную аудиторию, и ему начнет показываться реклама в Фейсбуке. Ну, пример, там, тут можно привести много очень разных примеров. Вот, не буду сейчас детально об этом рассказывать. Я думаю, логика понятна. Следующий момент, который должны и руководители отдела продаж, и руководители отдела маркетинга согласовать между собой, это как работать с клиентами, когда они уже в клиентской базе. У вас есть некая клиентская база. Для того, чтобы работать с новыми клиентами, безусловно, вам очень сильно поможет автоматизация. Но что делать, если вы уже залили в CRM огромную клиентскую базу, например, из 100, 1000 или даже 10 тысяч контактов? Конечно же, идеальный вариант – это делить их на сегменты и разным сегментам делать разные целевые предложения. Как это может выглядеть? Задают вопрос, планируем ли мы отдельный вебинар по роботам. Друзья, конечно, обязательно расскажем про автоматизацию подробнее. Например, для разных сегментов вы можете создавать, ну, например, различные лендинги. К примеру, у нас совсем недавно была акция «Киберпонедельник», и, конечно же, для этой акции мы создавали отдельный лендинг и рекламировали его отдельному сегменту аудитории. Мне сразу приходит на ум такой праздник, который не всегда очень активно празднуется, это День Святого Валентина. Друзья, тут я тоже хочу попросить вас поставить плюсы, если ваша компания планирует сделать какие-либо специальные предложения для Дня Святого Валентина. То есть вы считаете, что ваши клиенты этот день празднуют, например, для них это реальный повод купить какой-то подарок своему любимому или своей любимой. Если для вас этот праздник, он актуален именно как для продавца, поставьте, пожалуйста, плюс. Так, вижу уже, друзья, спасибо большое. И я просто приведу пример сценария, каким образом это может выглядеть. С недавнего времени мы запустили в Bittrex24 раздел «Сайты». То есть прямо из CRM можно создать лендинги, к этим лендингам подключить все каналы коммуникации, например, CRM-форму, открытую линию, поставить там телефон, подвязать телефонию и собирать лиды в CRM. Ну и, соответственно, можно взять, например, сайт с шаблоном «К дню Святого Валентина», добавить туда свои предложения и, собственно, этот сайт уже дальше продвигать. Каким образом продвигать? Что можно сделать для того, чтобы клиенты на этот сайт попали? Ведь вопрос привлечения трафика, он актуален всегда и для всех. У нас есть с недавнего, опять же, времени отдельный раздел, который так и называется CRM-маркетинг. Друзья, задают вопрос, как, например, сегментировать базу. Обязательно ответим в конце вебинара. Действительно, для того, чтобы использовать все эти инструменты, очень важно создать правильные сегменты. Способов есть несколько. Давайте я, пожалуй, все-таки отвечу сейчас, потому что это будет логично к этому разделу нашего вебинара. То есть вы выбираете отдельный сегмент, например, из вашей CRM, допустим, из воронки продаж. К примеру, вы выбираете все лиды, которые в вашу компанию обращались, но еще не совершали покупку. Это просто лиды, да, это какие-то первые обращения. И выделяете их в отдельный сегмент. То есть прямо в настройках CRM-маркетинга вы создаете сегмент. Мы будем рассказывать об этом потом подробнее. Сейчас просто информация, которая создаст понимание, как же работает этот инструмент. Этот сегмент будет состоять, например, из 10% вашей клиентской базы. То есть это те, кто еще покупок у вас не совершали. Может быть, наоборот, вы хотите стимулировать ваших клиентов к повторным покупкам. И тогда вы из CRM выбираете все закрытые сделки. То есть вы выбираете из своей одной или нескольких воронок продаж, в зависимости от того, сколько вы настроили, выбираете всех клиентов с выигранными сделками. Или наоборот, всех с проигранными сделками. И этим клиентам что можно показать или каким образом с ними можно сделать. Вы можете либо сделать рассылки для этих клиентов с использованием таких инструментов, как e-mail, SMS-рассылка, мессенджеры или тот самый информационный звонок. Или создать рекламную кампанию в Яндексе, Гугле, ВКонтакте или в Фейсбуке. Если в случае с автоматизацией роботами каждый раз в рекламную аудиторию будет добавляться один конкретный ваш потенциальный или действующий клиент, который совершил то или иное действие и как-то передвинулся по воронке продаж, то есть перешел на новую стадию, то в этом случае реклама или рассылка будет показана или отправлена по всему сегменту.
Еще раз повторю, например, ваша клиентская база состоит из 1000 компаний, но из них только 100 у вас что-либо покупали. Вы хотите, чтобы оставшиеся 900 тоже что-то купили. Вы, например, делаете SMS-рассылку про акцию или делаете email-рассылку. Возможно, вы скажете, да нет, не верим, SMS-рассылки, email-рассылки, что-то как-то они плохо работают. Друзья, на самом деле это инструменты, которые работают прекрасно. Я поделюсь своим примером. Я, по-моему, рассказывал об этом в прошлом вебинаре. Мое любимое издательство «Манн, Иванов и Фербер» вот просто постоянно радует меня чудесными тематическими рассылками по тематике тех или иных книг. И я не случайно упоминал День Святого Валентина. Вчера я получил рассылку о том, что перед Днем Святого Валентина, конечно же, есть спецпредложения по книгам, которые стоит прочитать. И, конечно же, есть специальное ценовое предложение на эти книги. Ну, как вы думаете, удержался я? Конечно, не смог удержаться. Конечно, зашел, нашел книгу, которая мне понравилась. И несмотря на то, что в моей библиотеке, в том числе книг, которые я купил на сайте «Манн, Иванов и Фербер», порядка, наверное, 8 или 9 еще не прочитанных книг, которых я просто поставил в виш-лист, я все равно купил новую книгу. Вот email-рассылка сработала. Майя, опять же, хотелось бы, чтобы не только я приводил примеры, а в твоих случаях бывает, когда email-рассылки работают? Да. У меня вот тут недавно был такой пример. Я люблю дегустировать вина, ну, необычные, не просто там стандартные какие-то, а, например, бургундские, те, которые там сложно найти. И вот одна компания, чаще у которой я заказываю, она, зная эту тему, постоянно мне предлагает некий такой списочек новых поставок из различных бутиков, там, на выбор, посмотреть. Иногда даже приглашают попробовать, то есть не обязательно покупать, то есть оценить. Так что это работает. Я покупаюсь, признаюсь. Отлично, спасибо большое. Коллеги пишут о том, что добавили... Окей, хорошо, есть конкретные вопросы, будем потом на них давать ответы. Еще один момент, который очень рекомендую использовать, это SMS-маркетинг. Есть такое предположение, что, ну, вот как e-mail, как-то их слишком много, они раздражают, так и SMS-ок на самом деле много и раздражают. Друзья, действительно, SMS-ок бывает много, но они раздражают в том случае, если они не целевые. Ну, то есть вы получили SMS-ку, которая на самом деле вам не нравится. Ну, как бы не очень интересно. Но если же этот SMS все-таки касается вас, то есть вы находитесь в базе данных, ну, допустим, не знаю, Лакоста, и Лакоста объявляет очередную акцию к тому же Дню Святого Валентина, то есть высокая вероятность, что вы зайдете в интернет-магазин, не в интернет-магазин Лакоста или в реальный магазин Лакоста и там что-то приобретете. Вот, на самом деле, очень часто бывает, может быть, на женщин даже это сильнее работает, я не знаю, но очень часто мы с моей женой ходим в какие-то магазины не в выходные дни, когда вот запланировали, что мы идем по покупкам, а когда жене прилетела очередная смс-ка. И она говорит, ой, смотри, значит, распродажа там-то и там-то. Вот. Пишут о том, что вебинар не про маркетинг. Друзья, вебинар не про маркетинг, вебинар про настройку CRM. И мы говорим о том, что в настройке CRM должны принимать участие не только продавцы, но и маркетологи. И именно в этом и заключается, собственно, функция CRM. CRM объединяет работу команды продаж и маркетинга, и CRM дает возможность автоматизировать очень многие действия, которые человек физически просто не смог бы совершить, потому что ну, он просто не сможет обслужить, например, 200 людей или 300 людей. И, соответственно, вы можете использовать эти инструменты. Друзья, какие полезные советы мы хотим дать вам по этому вебинару, по тому, что вы уже увидели, после чего мы перейдем к тому, чтобы отвечать на ваши вопросы. Для качественной настройки CRM нужно, чтобы и продавцы, и маркетологи, ну, конечно же, мы говорим про их руководителей, объединили свои усилия, и для, чтобы руководитель отдела продаж качественно настроил воронку продаж. Например, в случае с B324 можно настраивать отдельные воронки. Одну для лидов, одну для сделок, или если у вас есть несколько воронок для сделок, вы можете настраивать, соответственно, несколько воронок. Допустим, ваша компания торгует готовой мебелью и производит мебель на заказ. И у вас может быть две готовые воронки. Одна для мебели, другая для мебели по заказу. Или вы продаете телефоны и оказываете сервисное обслуживание. Прекрасно. У вас будет одна воронка продаж для телефонов и другая для сервисного обслуживания. После того, как настроены воронки, очень важно подключить все каналы коммуникации, чтобы в вашей CRM была и телефония, и почта, и возможность обращения, например, с сайта через онлайн-чат, если он у вас есть. В общем, все те каналы, по которым ваши продавцы общаются с клиентами. После этого важно настроить автоматизацию, поскольку чем больше действий будет автоматизировано, тем меньше ошибок произойдет.
Друзья, на самом деле все мы люди, все мы ошибаемся. И опять же, вот задам вопрос Майе. Майя, скажи, как часто тебе приходилось сталкиваться с тем, что, работая с коллегами-продавцами, продавцы что-то обещают сделать вовремя клиенту, например, перезвонить, и не перезванивают? Да постоянно, потому что все равно, Юр, как ни крути, человек может забыть, отодвинуть сроки или еще что-то. Да, всегда находится куча причин. То есть человеческий фактор, с ним ничего не сделать. Угу, согласен. Майя, проверь, пожалуйста, свежие заявки, выигранные. Я вижу, нам уже поступили. Вот. Ну и важный момент – это сегментация клиентской базы. Хуже всего – это когда продавцы пытаются бомбардировать всю клиентскую базу с одним и тем же предложением. Особенно если это приобретает характер массовых обзвонов, клиенты воспринимают это как спам. Другое дело, когда база разбита на разные сегменты, и видно, что, например, покупатели готовой мебели получают от вас новое предложение, которое будет более интересно им, а те, кто заказывает мебель под заказ, получают предложение, которое должно быть интересно именно им. Друзья, используя эти три совета, вы сможете очень сильно повысить эффективность продаж вашей компании, сделайте счастливым владельца вашего бизнеса, и на самом деле маркетологи получат очень хороший инструмент, который позволяет им не делать все вручную, но, автоматизировав процессы, получить гораздо больше понятных и измеримых результатов конверсии лидов в продаже. Друзья, очень много пришло сейчас вопросов, я очень рад, и мы приступим к тому, чтобы отвечать на них. Вам большое спасибо за внимание. На самом деле вопросы можно задавать не только в чате, то есть вот мой мобильный телефон или адрес электронной почты, обращайтесь, пожалуйста. А сейчас давайте приступим к вопросам, которые писали нам уважаемые посетители нашего вебинара. Итак, очень интересный пример по поводу... Так. Много вопросов, связанных с чатом. Смотрите, хороший вопрос был, а что делать, если у покупателя и продавца разница во времени? Например, запрос от клиента покупает на сайт тогда, когда у продавца 4 часа утра. Друзья, именно для этого в, например, открытых линиях, о которых мы говорили, можно настроить автоматические ответы в то время, когда ваши продавцы просто не работают. Мы тоже так делаем, потому что, естественно, работая в России, есть большое количество часовых поясов. Если нам пишут клиенты из Благовещенска или из Хабаровска, не всегда они застают наших сотрудников на работе. Поэтому в открытых линиях настраивается время работы открытых линий и автоматические ответы. Причем эти автоматические ответы клиент получает в любом канале, в каком бы он ни находился. Так, был вопрос про скоринг лидов, как оценивать лиды. Друзья, об этом на другом вебинаре поговорим. Очень хороший вопрос. В Bittrex24 многое сделано для продаж клиенту, который пришел один раз. А как работать с постоянными клиентами? Для бизнеса Людмилы это важнее. Людмила, спасибо вам большое за вопрос. На самом деле очень хороший, потому что даже про ту же воронку продаж, когда мы говорим, действительно, воронка продаж многими воспринимается как разовая воронка. Вот человек пришел, купил, приходя второй раз, он будет попадать как бы снова на первую стадию. Для этого мы создали, например, регулярные сделки. То есть можно создавать не только единую сделку с клиентом, но и повторные или даже регулярные сделки, если покупки носят какую-то периодичность. Например, клиент заказывает каждую неделю или каждый месяц. И настраивать автоматизацию на каждом этапе вот этих регулярных или повторных сделок. Хороший был вопрос по поводу того, как воронка продаж может классифицироваться в B2B. Вы знаете, мы сами работаем в B2B, у нас очень много клиентов в B2B, и здесь возможны самые различные варианты. То есть все зависит от того, у вас бизнес – это тяжелые экспертные продажи или больше консультационные продажи. Вы можете настраивать разные воронки продаж. Вопрос: сотрудники привыкли общаться через свой интерфейс почты. Как сломить их сопротивление? Друзья, на самом деле как раз сламывать сопротивление и не нужно по поводу почты, потому что если вы подключили почту к CRM, то они пишут в привычном им интерфейсе, но все эти письма попадают в CRM и прикрепляются к карточке клиента. И заходя в карточку клиента или в карточку сделки, руководитель отдела продаж или менеджер увидит, какие письма были отправлены клиенту или от клиента. Вопрос, насколько то, что мы рассказываем, подходит для коробочной версии Bittrex24. Подходит отчасти, в ней еще не выпущены все основные функции, про которые мы говорили, например, сайты или CRM-маркетинг. Но те же открытые линии или возможность автоматизации с помощью роботов работают и в коробочной версии Bittrex24. Вопрос по поводу канала открытых линий WhatsApp. Когда появится WhatsApp Business? Друзья, вопрос задают часто, и мы всегда даем ответ, как только WhatsApp откроет свое API.
Инструмент WhatsApp Business появился достаточно недавно. Мы очень ждем открытого API, потому что очень не хочется делать какие-то кастомные решения, которые, ну, совсем не сработают. Воронки продаж создаются ли только из сделок? Нет. Вы можете также настроить автоматизацию на лидах. Но в Bittrex24 сейчас только одна воронка, которую можно настраивать на лидах. На сделках можно настроить много воронок. То есть в зависимости от тарифа Bittrex24, вплоть до неограниченного количества. Поэтому можно работать и на лидах, и на сделках. Вопрос, можно ли в карточке компании создавать задачи и звонки, не создавая сделку? Да, просто звонить тогда вы будете, например, через IP-телефонию, но именно к карточке контакта, которому вы позвонили, этот звонок появится и добавится, даже если сделка не создана. Насчет того, чтобы формировались отчеты без сделок из компании, пока еще не готово. Вопрос, в каком разделе настраиваются роботы? Роботов можно настроить как из справочников, и там есть раздел автоматизация, так и абсолютно из любой карточки клиента в CRM. Вы можете зайти в карточку сделки, и прямо в карточке сделки под воронкой продаж, под последовательностью этапов, вы увидите для себя несколько пунктов меню, один из которых будет роботы. Заходя в этот пункт, вы попадете в роботов, настроенных на этой воронке сделок, и сможете роботы для себя отредактировать. Был вопрос, как в Фейсбуке настроить рекламу для отдельного клиента. Отвечал на него индивидуально, но скажу еще раз. То есть робот, по сути, настраивает рекламу для отдельного клиента. Каждый раз, когда клиент совершил какое-то действие, он добавляется в рекламную аудиторию Facebook, и таким образом ему начинает показываться реклама, именно ему. Но можно и с помощью CRM-маркетинга настроить сегмент, состоящий из одного человека, и показать рекламу именно этому одному человеку. Другое дело, что есть свои определенные требования по размеру сегментов у Facebook. Если вы, например, добавите этого одного человека в аудиторию, в которой тоже один человек, то Facebook просто не покажет рекламу. То есть он будет ждать, когда очень много других. Как сегментировать базу, которая есть уже в CRM и ранее не сегментировалась? Отвечал на этот вопрос. Так, есть много вопросов. Нужна конкретика про Bittrex и про настройки. Друзья, конечно же, мы не можем во время одного вебинара рассказать вам абсолютно все секреты. Расскажу, что по средам, каждую среду, проходят вебинары от наших коллег про Bittrex24. Их ведет Наталья Грихина, руководитель отдела, руководитель проекта Bittrex24, и Олег Строкатый, руководитель службы контроля качества. И именно в вебинарах Наташи и Олега вы можете узнать очень много подробностей, связанных с функционалом нашего продукта. Наша задача с Майей – больше рассказать про сценарии, каким образом наш продукт может быть полезен в бизнесе для продаж и за маркетинга. Есть комментарии по поводу того, что e-mail-рассылки пока еще работают не идеально. Безусловно, это бета-версия. И поэтому мы на самом деле собираем сейчас обратную связь, после чего планируем много изменить. А можно ли использовать другие сервисы, например, Unisender для рассылки писем? Конечно, можно. Друзья, есть очень большое количество сервисов, которые вы можете интегрировать в CRM. Например, тот же Unisender, он с помощью различных модулей интегрируется с CRM. И вы можете делать рассылки через привычные для вас сервисы. А можете делать прямо из CRM с помощью CRM-маркетинга. Вот есть вопрос. Если ИП, один человек занимается маркетингом и продажами, есть ли смысл устанавливать CRM? Отличный вопрос. Спасибо вам большое. Возможно, вы удивитесь, но у нас очень много клиентов, в которых работает от 1 до 3 человек. И CRM для них полезна по двум причинам. Во-первых, в одном интерфейсе хранится вся история клиентской базы. И во-вторых, конечно же, процессы автоматизации позволяют этому одному человеку обслужить гораздо большее количество клиентов. Ну, просто в разы большее, потому что там, где у человека ограниченное количество времени, робот, он работает всегда, 24 часа в сутки, и если даже вам одновременно упадет 100 лидов, то робот сможет их обработать. А вот человек за раз, конечно, 100 не сможет. Хороший вопрос Денис задает, кто должен настраивать воронки продаж и кто должен настраивать автоматизацию. Я вижу идеальный сценарий таким. Воронки продаж настраивает руководитель отдела продаж, но при этом руководитель отдела маркетинга или директор по маркетингу взаимодействует с ним при настройке воронки лидов, потому что очень важно понять, как лиды будут обрабатываться. Считается часто, что задача маркетинга – это просто привести лиды, а дальше хоть трава не расти. То есть дальше приступают уже к работе, приступают к работе продавцы. То есть вот руководитель отдела продаж – это теперь его головная боль. Но на самом деле, если они хорошо смогут взаимодействовать, то получится просто идеальная картина. Кто должен настраивать автоматизацию? И продавцы, и маркетологи. Я, конечно же, не имею в виду сами менеджеры по продажам или сами рядовые маркетологи. То есть, безусловно, речь идет о людях, имеющих руководящие функции. Как делать квалификацию лида и не перегружать менеджеров? Отличный вопрос.
Вы знаете, разные компании используют разные принципы скоринга лидов. А, уточнение, если клиенты ведутся в 1С. Друзья, у нас будут отдельные вебинары. Один из них будет прямо посвящен лидогенерации и работе с лидами, а другой будет посвящен интеграциям с 1С. Я думаю, наверное, логично послушать больше информации на этих вебинарах. Не очень понятна связь между выбранными лидами и компанией в Фейсбуке, например. Вы говорите, что надо выбрать лиды и сделать рассылку. Сообщение разойдется по контактам лидов, но при чем тут компания в Фейсбуке? Смотрите, рассылка и реклама в Фейсбуке – это два разных инструмента. Вы выбираете для себя сегмент, в котором будут какие-то лиды. Например, лиды, которые к вам обращались, допустим, через открытую линию. Вы даже можете выбрать лиды, которые общались только через Viber, и им сделать рассылку из Viber. Это один сценарий. Другой сценарий – это вы этим же лидам начинаете показывать рекламу в Фейсбуке. То есть это не рассылка, а все эти контакты добавляются в какую-то рекламную аудиторию, и всем им показывается реклама в Фейсбуке. Очень хороший вопрос задала Гаяна. Так все-таки, кто должен быть архитектором CRM? Друзья, давайте ответим на этот вопрос, поскольку он был вынесен в заголовок нашего вебинара. Архитектором CRM должен быть руководитель отдела продаж, либо коммерческий директор, при участии человека, отвечающего за маркетинг в компании. Потому что именно эта связка даст максимальную эффективность. Будет ли запись вебинара? Безусловно, запись будут, и ее получат все наши посетители вебинара. Наталья просит привести пример сегментирования клиентской базы. Смотрите, вы прямо в настройках CRM-маркетинга вы можете либо создать сегмент, либо залить свой собственный. То есть вы можете выбрать, например, тех, кто был на прошлом семинаре, если его проводила ваша компания, и вы хотите пригласить их повторно. И вы только этому сегменту отправляете рассылку или показываете рекламу. Или вы выбираете в сегмент тех, кто еще не покупал. Вы выбираете либо все лиды, либо все качественные лиды, если у вас есть такая стадия. Вы можете выбрать клиентов с той или иной стадии воронки продаж и вот с этим сегментом работать. Макс задает вопрос, как оценить правильность настройки CRM. Вы знаете, CRM настроена правильно тогда, когда руководитель бизнеса доволен, потому что продажи и прибыль начали расти, а руководитель отдела продаж видит повышение эффективности работы своего подразделения. Если в компании отдела продаж нет, то просто если продажи начали расти. Потому что если вы даже сделали прям великолепные настройки, но это никак не помогло бизнесу, то, наверное, просто речь идет скорее об удобстве, чем о правильности. Так, как реализовать сегментацию клиентов, уже немножко рассказал. Как исключить ошибку в выбранном сегменте клиентов? Может ли Bittrex сам определить сегмент? Безусловно. То есть вы задаете настройки, по которым Bittrex должен этот сегмент взять. Например, это клиенты с той или иной стадии воронки. Вы можете создавать черные списки, то есть кто не должен попадать в эти сегменты. И дальше сегмент формируется. А в социальных сетях входящие комментарии к постам или заявка на товар видны ли в открытых линиях? Видны в том случае, если это бизнес-страница в Facebook или, например, аккаунт в Instagram. То есть в этих случаях даже не личное сообщение, а именно комментарии к постам попадают в открытые линии. И это очень полезный инструмент, в результате которого менеджеры могут давать ответы на эти посты. Ответы будут появляться прямо там же, то есть на бизнес-странице в Фейсбуке или в группе ВКонтакте. И клиенты будут видеть их там. Так, не ответили на главный вопрос, кто должен быть архитектором CRM? Наверное, уже ответили. Как лучше вести базу клиентов? Да, через контакты или через компании? Смотрите, на самом деле мы считаем, что лучше вести через компании, но я согласен, что часто есть сценарии, когда для многих клиентов удобнее работать с контактами. Нет одного единого сценария, именно поэтому в Bittrex 24 реализованы разные возможности. То есть вы можете создавать компании и к ним прилагать несколько контактов, можете работать только с контактами, не создавая компании. Можно ли в ответах, я так думаю, что речь идет про открытые линии, скрыть фото и имя, фамилию сотрудника? Можно, но не готов сейчас сказать точно как, нужно посмотреть функционал, знаю, что как-то это работает. Олег задает вопрос, планируются ли разные воронки для лидов? Олег, очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Скорее да, но еще нет. То есть в ближайшее время мы не планируем открывать отдельные воронки для лидов. Хотя многие клиенты об этом спрашивают, и мы анализируем этот функционал. Вот вопрос, можно ли с сохранением полного функционала телефонии Bittrex 24 работать по API с другим оператором? Например, в случае с Задармат. Нет, это не реклама, спокойно можно про разных операторов поговорить. Смотрите, вопросы вот такой интеграции, когда участвуют сразу два оператора телефонии, они непростые. Тимофей, я думаю, я задам его своим коллегам и попрошу помочь с ответом.
Анна задает вопрос, как записаться на семинар по функционалу Bittrex24. Анна, зайдите на сайт Bittrex24, там есть раздел «Вебинары», и прямо в вебинарах есть как можно посмотреть прошедшие вебинары, так и записаться на любой из будущих. Задают вопрос, как мы собираем обратную связь по рассылкам и как лучше обсуждать возможности интеграции MailChimp или Unisender с Bittrex. Мы собираем обратную связь по рассылкам через инструменты CRM-маркетинга или через инструменты приложений, которые разрабатывают многие наши партнеры. Например, те самые интеграции с MailChimp или с Unisender. Опять же, на сайте Bittrex24 есть раздел «Приложения». Можно зайти в этот раздел и увидеть там, какие приложения по интеграции с различными почтовыми клиентами у нас есть. И вы можете также отправить заявку на разработку приложения, либо разработать приложение самостоятельно. Обязательно ли делать сделку, если человек еще не решил сотрудничать? Безусловно. Смотрите, что такое лид? В чем разность сущности лидов и сделок? Мы поговорим в следующем вебинаре, но в двух словах лид – это еще не клиент, это просто некое обращение к вам. Вы получили какой-то первый контакт, первую зацепку. В этом случае сделку создавать рано. Но если в результате этого обращения стал понятен интерес клиента к вам, и он готов вести переговоры, сделку стоит создавать обязательно. Воронка продаж на сделках – это и есть как раз воронка в виде стадии переговорного процесса. Поэтому очень рекомендуем… Друзья, у меня сейчас секундочку слетело. Возвращаю обратно на слайд. Что, закончилось время? Да, ну, поэтому, наверное... Понимаю. Ну, давайте еще минутка есть. У нас есть еще несколько вопросов. Как автоматически обработать все лиды? Друзья, можно настроить роботов на всех стадиях лидов. И на самом деле один из роботов, который у нас есть, это автоматическое закрытие лидов. Лиды могут автоматически конвертироваться в сделки или признаваться некачественными. То есть такого робота тоже можно настроить. Когда будет вебинар по телефонии и работа с компаниями-партнерами, например, Манго Телеком? Анна, спасибо вам за вопрос. Такой вебинар обязательно будет. Я думаю, что, скорее всего, ближе к концу марта. А как побороть сезонность с помощью CRM? Прекрасный вопрос. Отвечу на него таким образом. Постоянно подогревать спрос в несезонное время. CRM позволит вам выбирать правильные сегменты и правильно с ними взаимодействовать в то время, когда они, ну, еще не расположены к покупке, но их нужно подогреть, чтобы в сезон вы максимально собрали урожай. Друзья, последний вопрос, два вопроса, которые отвечу. Последний вопрос, значит, как работают рекламные роботы? Рекламные роботы, как только человек попал на ту или иную стадию лидов или сделок, они добавляют его в рекламную аудиторию, созданную вашими маркетологами. Если вы уже рекламируетесь в Фейсбуке, в Гугле или в Яндексе или ВКонтакте, у вас есть там свои рекламные аудитории. Задача робота – не показать рекламу. Да? Робот этого не умеет, это делает сам Facebook или ВКонтакте, или Google. Но робот добавляет этого клиента в рекламную аудиторию. И если он, например, зашел на ваш сайт и оставил вам какое-то обращение, и вы настроили робота на стадию, с которой вам приходят обращения, то дальше этому клиенту начнет показываться реклама. Друзья, мы уложились в время, отведенное для нашего вебинара. Большое вам спасибо за участие. Будем благодарны вам за обратную связь в виде оценок. Если вас не затруднит, поставьте, пожалуйста, оценку полезности этого вебинара для вас от 1 до 5. Для нас это принципиально важно, потому что мы будем все наши следующие вебинары готовить, конечно же, с учетом обратной связи. Это всего лишь второй вебинар нашей Академии продаж. То есть сейчас мы даем такие стартовые вещи, которые позволяют понять, как, собственно, строить продажи с помощью CRM, и будем дальше переходить уже к более детальным и конкретным сценариям. Друзья, спасибо большое за приятные комментарии. Конечно же, очень благодарен. Спасибо вам большое за оценки. Спасибо за честность. Естественно, не все оценки пятерки. Для нас это важно, потому что мы понимаем, что нужно делать что-то в этом случае еще полезнее и еще интереснее. Друзья, конечно же, презентация будет доступна в виде записи всем участникам нашего вебинара. Следующий наш вебинар пройдет 22 февраля. Он будет посвящен как раз лидам и работе с лидами. Поэтому, если для вас эта тема важна, актуальна и полезна, то ждите, мы скоро пришлем вам приглашение на этот вебинар. Это будет третий вебинар Академии продаж. А на сегодня всем огромное спасибо. Спасибо, что вы были с нами на протяжении этого часа. И, судя по оценкам, мы видим, то, что вебинар для большинства из вас оказался полезен. Для тех же из них, для кого полезности было немного, мы постараемся порадовать вас в наших следующих вебинарах. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. Да, мы с Майей были рады пообщаться сегодня с вами. Всем счастливо. Привет всем городам, всем странам. Спасибо за то, что были вместе с нами.